Всем привет! Я уверена, что всем нам интересно узнать, что в последнее время происходило на бирже. Так что давайте сегодня поговорим о последних новостях. Как руководитель своей команды, я твердо убеждена, что держать всех в курсе того, что происходит с нашими проектами, очень важно для достижения успеха. Это не только помогает нам оставаться едиными, но и гарантирует, что каждый человек точно знает, как его работа способствует достижению общей цели. Информирование каждого дает ему больше понимания общей картины и позволяет почувствовать, что его ценят и уважают в процессе работы. Короче говоря, наше постоянное общение поможет нам поддерживать друг друга и концентрироваться на выполнении задач эффективно и результативно, как группа. Итак, как вы, возможно, знаете из моих видео, биржа скоро запустит стейкинг. В перспективе это обещает нам получить более высокую доходность и более гибкие возможности при инвестировании. Принцип работы стейкинга не совсем тривиальный для понимания, поэтому тут важно очень хорошо разобраться в условиях, на которых мы в итоге сможем получать прибыль. Пока нет более подробной информации, но я бы хотела заранее попросить тех членов команды, у которых есть за плечами математическое образование, чтобы при случае мы с вами максимально просто и доходчиво объяснили всей команде, по каким принципам работает стейкинг и как именно мы будем с вами работать. Я уверена, что вам не терпится узнать конкретные условия, по каким мы будем получать прибыль из стейкинга на бирже. И я предоставлю обновленную информацию о них, как только она станет доступна. Тем временем, основной принцип работы стейкинга по своей сути подразумевает занятие позиции в цифровом активе в течение определенного периода времени, после которого мы с вами будем получать вознаграждение в виде USDT. Важно убедиться, что вы понимаете детали и специфику, связанные с выбранными вами активом. Я уверена, что после того, как все условия на бирже будут доработаны, у нас будет четкое понимание того, как работает этот процесс и что вы сможете от него получить. Я с нетерпением жду, когда мы с вами воспользуемся этой возможностью.